дрессировка и воспитание австралийского келпи. Они нуждаются в ранней социализации и дрессуре. Собак должны как можно раньше усвоить основные команды и беспрекословно подчиняться хозяину. Для совершенствования пастушеских навыков требуются специальные тренировки. Собаки этой породы обладают сильным характером и задатками лидера. Важно, чтобы хозяин с первых дней стал безусловным авторитетом для щенка, иначе взаимопонимание может быть нарушено. Среди плюсов породы – достоинство и стабильность психики, сдержанность, врожденные навыки пастуха и охранника, физическая сила, выносливость, трудолюбие, хорошее здоровье, отсутствие линьки, простота ухода. К минусам можно отнести необходимость частых прогулок, проблемы с суставами и координацией в старшем возрасте, сильный характер, склонный к доминированию.